Социальный проект «Живая деревня» третий год путешествует по нашей области. В нем уже приняли участие более 500 ребят из 9 муниципальных образований. Всех этих людей связывает одно – желание двигать вперед родной край. В этом году в рамках проекта стартовал форум «Живая деревня у Белого моря». Его эксперты посетили далекий берег Белого моря. Юлия Майданова продолжит. Развивать свой край научили активную молодежь поселка Пертаминск. Далекий от города, почти никому неизвестный населенный пункт находится на берегу Белого моря и представляет большую ценность для развития нашей области. Именно здесь решили дать старт форуму «Живая деревня у Белого моря». Эксперты из различных молодежных организаций области сквозь терния географической отдаленности добрались до заветного поселка, чтобы обучить молодых активистов. «Живая деревня – это проект для того, чтобы сельская местность развивалась, чтобы появлялась новая активность именно от местного населения, которое живет на территории. Для того, чтобы развивалось три направления – социальное проектирование, туризм и предпринимательство в сельской местности. Светлана, автор и руководитель проекта, на конференции после форума рассказала, что маленький поселок с населением около 300 человек поразил ее своим видом. Он предстал как новый мир с шикарной природой и богатой историей, где можно увидеть старейшие здания, башню Пертаминского монастыря и поклонный крест, установленный Петром I. А главное – молодежь, болеющую за свой край. Самое, наверное, яркое впечатление – это вот люди, которые там живут, которым не безразлично, которые хотят развиваться, которым дорого свое место, на котором они живут, которые готовы делать проекты и получать результаты. В форуме приняли участие совсем юные активисты, ученики 6-7 классов. Ребята поставили своеобразный рекорд, стали самыми молодыми участниками проекта «Живая деревня». Но это не помешало им написать два проекта, которые на данный момент почти готовы к реализации. Это сельская студия по интересам и спортивный клуб, на который уже выделено помещение. Это командная работа, и создать коллектив ребятам как раз помогали эксперты форума. Сейчас, вот, в данный момент, они делают два клуба, в которые можно просто сейчас вот пока ходить, да. Они поняли, что можно просто смотреть кино вместе, всем собираться и при этом обсуждать какие-то дела, да, которые добрые они потом будут делать в своем поселке, чтобы жизнь была интересней, чтобы не замыкаться там где-то в себе, да, чтобы не пялиться в телевизор, а чтобы развиваться. То есть наша цель – развивать не только территории, да, но в первую очередь жителей. У самих экспертов после поездки к Белому морю появилась масса идей, как сделать это место известным и посещаемым среди архангелогородцев. Диана Строганова – тренер с опытом. За ее плечами – организация многих известных нам мероприятий, к примеру, Тайбола. На форуме девушка отвечала за командообразование, настраивала ребят перед работой, а также рассказывала, как можно привлечь средства на реализацию. А домой привезла идеи для новых проектов. Вот лично у меня появилась идея сделать арт-резиденцию на территории Пертаминска, потому что там, во-первых, уникальное в плане историческом место. Там происходило много очень интересных событий, о которых никто не знает. То есть место уникальное с точки зрения природы. Фотографам, художникам, людям искусства там вообще самое место, потому что там открывается человек, открывается его, не знаю, чакра, там, которая отвечает за творчество, и там такое место, где можно просто получать вот новые творческие идеи большим потоком. Пертаминск – первое, но не последнее место, где пройдет форум «Живая деревня у Белого моря». В планах посетить и другие муниципальные образования побережья, все с той же целью – научить молодежь развивать свой богатый потенциалом край. Юлия Майданова, Юлия Петровская, Сергей Земских, Новости 24, Приморский район.